Всем огромный привет! Сегодня 15 августа, я приехала с работы, у меня сейчас около 6 вечера, и я только буквально переоделась, я посмотрела на себя в зеркало и просто ужаснулась, то, что я с этим хвостиком, длинная челка, не накрашенные брови, у меня высыпает сейчас очень сильно лицо, и у меня нет маникюра, у меня нет педикюра. И я просто решила, что этот вечер я обязана посвятить себе. И поэтому приглашаю вас к просмотру, покажу, что буду делать. В принципе, надеюсь, мне еще нужно убрать все дома. В общем, поэтому очень хочу все успеть я сделать. И начну с того, что сейчас я буду делать маску для лица, чтобы распарить лицо, потому что я хочу его почистить и убрать очень много всякой бяки как раз с помощью ложечки. Маску Эвелин, тоже я вам ее не раз уже показывала, она в моих любимчиках. Сейчас распарю лицо, пока буду дальше убирать. И мне что здесь нравится, здесь глина, масло ромашки, экстракт зеленого чая. Ну, то есть все дешевые продукты, она и сама дешевая, стоит 25 рублей, но она классно распаривает лицо, особенно если вы что-то делаете, и так как бы работает все железы, и вообще очень-очень здорово. Так, собственно говоря, масочку можно уже и смывать. Я прям хорошо так распарилась лицо на самом деле. Так, я, видите, вот так вот именно с спонжиком и убираю себе все. Так что по привычке хотела повернуться на камеру, забыла, что я снимаю себя в зеркале. Так, и сейчас вот, соответственно, кстати, я все это сниму. И пойду уже почищу чуть-чуть лицо, уберу как раз все, что мне нравится, с помощью ложки специальной, которую я вам тоже уже показывала. И потом буду делать уже другие масочки, может быть, тоже очищающие. Хотя, на самом деле, очищающую маску, конечно, неправильно делать после того, как уже почистили лицо, именно механические какие-то вмешательства уже. После того, как произвели, да, кстати, видна вам сейчас моя полочка, все, что у меня здесь лежит. О, наверное, покажу я вам сначала это все поближе, как я сейчас организовала свою косметику уходовую, и затем пойдем с вами дальше. Да. Собственно говоря, начнем слева направо. Здесь стоит мой любимый просто Глейд. Обожаю, как пахнет. Вообще освежитель, это моя болезнь. Вот как раз тоник Ланком, которым я сейчас пользуюсь, молочко. Его побольше я использовала, чем тоником. Мой незаменимый крем. Как бы здесь все, вот вы их видели, в принципе. Эти крема, кора, которыми я сейчас не пользуюсь. Но они здесь заколочка, какие-то такие мелочи. Ну, в общем, как-то все, наверное, даже стандартно. Ничего особенного. Здесь сейчас вот хочу переставить шампуни все остальные. Ну, в общем, так, как-то так. Сейчас потихоньку начинаю все перевозить. И да, сейчас покажу еще кое-что. Вот здесь вот хранятся все мои всякие там другие, в общем, штучки. Заглянем вовнутрь. Крема некоторые. Нужно перетащить все остальное. На первой, самой верхней полке у меня лежит молочко еще одно, которое долго, наверное, еще там будет лежать. Здесь дейзики. Там я маму покупала. Не очень тоже мне все-таки нравится. Не мое, это такие распыляющие. Мои маски, там масла некоторые. Скрабики. Все, никак не дойду попробовать. Может сегодня, может нет. Вот этот от Ланкома. Какое-то чудо вроде средства. Здесь кокосовое у меня стоит масло почему-то. Скрабы для рук, для тела всякие, антицеллюлитные крема. Мой крем, которым пользуюсь сейчас. Ну, в общем, да, ничего такого особенного. И в шкафчиках как-нибудь потом, наверное, мы сюда с вами заглянем. Но еще на самом деле здесь не доделали всю комнатку, поэтому еще много по мелочи чего нужно сделать, поэтому как-нибудь потом, как уже все сделаем, я вам покажу. Самое мамино любимое — это люстра в ванной. В общем, как-то так. Все, пошла я чистить свое лицо. Сделала гамашик я себе. Просто смеюсь, потому что смотрю в камеру, какая я
вечно красивая с этим белым лицом. Вот, но на самом деле, да, конечно, гамажик лучше было делать перед чисткой. Я очистила, у меня сейчас красное лицо, и вообще я жду, не дождусь того момента, когда можно будет уже наконец-таки пользоваться бодягой, потому что хочется какие-то пятнышки есть, их поубирать. А сейчас солнце, не стоит, конечно, ни в коем случае этого делать. Сейчас еще что-нибудь придумаю шеи, потому что здесь меня обсыпало. Ужас, короче, вообще, естественно, в шоке, в каком состоянии сейчас. Я вся, ну, ничего, я постараюсь все исправить и выглядеть снова у вас хорошо. Гамашек у меня заканчивается. Нужно, наверное, будет, как закончится, уже полностью поехать купить или, может, попробовать другой. Хотя, в принципе, это, наверное, одна из немногих вещей, которую мне не хочется чем-то заменять. Да. Так, все, сейчас буду снимать гамажик, и вот я его, видите, как уже рассказывала, вот так вот скатывающими вот такими движениями. Конечно, ванна потом и вообще раковина, и все, а таз я прям вот так вот это все скатываю на лице. Зрелище, конечно, не из приятных, но на самом деле очень хорошо всю грязь собирает, и даже, знаете, некоторые, кстати, даже на руки делают. Как вместо пилинга какого-то или вместо скраба, ну, конечно, потом все вокруг пачкается. Просто у меня если где-то остается этот гамаш, я просто беру опять-таки спонжик и уже домываю с помощью там средств каких-то. Вообще думаю, блин, сейчас просто должны за мной приехать. Вообще я хотела еще, конечно, много чего поделать, но думаю, то ли уже позже это сделать, то ли даже не знаю, как быть. Вот самое главное, вот эти вот места, то есть где у нас черных много, вот эти места, вот эти. Все, то есть вот оно остается, все, что на лице. Сейчас буду удалять. Так. Нет, наверное, все-таки я сейчас сделаю еще на нос. Да, сейчас вам покажу как раз. Никак не испробую, потому что мне Нюнка подарила. На нос одну масочку. Сейчас вам ее покажу. Вот так вот она выглядит. Я, если честно, еще не открывала. Вот, значит, вот такая вот масочка. Сейчас открою, посмотрю, я не пойму. А, вот она как. То есть, вон она. Сейчас буду я вся в ней. И все у меня будет в ней. Наверное, мне даже будет... Я пальчиком буду наносить. Наверное, мне даже будет много. А, она что-то наподобие. Ух ты, она такая, знаете, липкая прям. Прикольно. Она, наверное, так застынет и все. Я люблю такие вещи. А я вот это сейчас целлофанчик все засуну. И даже сюда чуть-чуть еще нанесу. Слушайте, вообще классное ощущение. Люблю такие вещи. Она, знаете, такая липкая, как будто вот как не как пластилин даже, вот. Вот она накладывается очень легко, я даже много взяла, я еще... Какая я смешная, не могу, я тогда и сюда нанесу. Ну так вот, где всякие проблемные места. Отлично, сейчас кто-то в пакетик неправильно распаковала, надо было чуть по-другому. Здесь еще очень много, я думаю, если так наносить только на нос, то мне хватит, наверное, раз на 5 как минимум вот этой маленькой упаковочки. Нет, большое-большое тебе спасибо. Сейчас посмотрим, какой у меня будет от нее эффект. Так, и здесь написано все, как здесь минеральная грязь, какие-то органические экстракты, что-то там еще. В общем, а, здесь написано, как ее... Так, чистит нос, так, угу. А сколько ее держать, не знаю, ну, наверное, как она засохнет, потом попробуем. В общем, сейчас постою с ней чуть-чуть, посмотрю, что будет происходить, и вернусь тогда к вам. Я решила вас еще больше посмешить, накрасила еще брови, решила, чтобы не потерять больше времени. Ну, смотрится, конечно, это смешно, она так стягивает сильно, эта маска, но мне нравится эффект, прикольненько так. А, теперь все, правда, лицо красное, ну что-то завтра, я думаю, пройдет. Как раз 15 минут сейчас и с тем, и с другим побуду. Пока я кушала, в общем, жевала, у меня вот это треснуло. То есть она такими пористыми штучками расходится. Я не знаю, как сета, вот, видно, она полупрозрачная. Так интересно. Сейчас сниму, сколько
вот так вот отделиться, а все, что не будет отделяться таким образом, я просто смою и все, да, и бровки нужно мне уже смывать. Но даже чуть-чуть больновато, то есть она так выдергивает на самом деле. Ну, классно очищает. Вам, конечно, не видно, но я действительно вижу очень-очень хороший эффект. Нужно делать как на нос чуть побольше слой. То есть вот здесь, где маленький слой, получается, она как бы недостаточно, чтобы ее убрать. Все, сейчас смою. Мне это напоминает вообще грязь такую тамбуканскую, как у нас есть. Сейчас смою и бровки тоже.